С 20 февраля текущего года на территорию Ростовской области поступают гуманитарные грузы со всей России. Из 39 субъектов Российской Федерации, Орловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Тамбовская, Орловская области и так далее. Это в первую очередь средства первой помощи, продукты питания, питьевая вода, средства медицинского обеспечения, школьное оборудование, школьные вещи и там, гигиенические принадлежности. Весь этот гуманитарный груз, прием, учет, распределение возложено на департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Такие же пункты находятся во многих регионах Ростовской области. Мобильный пункт обогрева установлен 19 февраля для размещения граждан ДНР и ЛНР, для обогрева дальнейшего размещения в пункты временного размещения. Также круглосуточное дежурство несут спасатели областной поисково-спасательной службы в количестве 2 человек для непрерывной работы мобильного пункта обогрева. В пункте обогрева установлена тепловая пушка, генератор, осветительная установка. Каждое дежурство спасателя связано с усиленным напряжением и концентрацией внимания, а тем более во время исполнения своих обязанностей, когда их помощь и поддержка просто необходимы людям. Обстановка на границе сейчас относительно спокойная. Мы относимся положительно, поддерживаем свое государство, поддерживаем своего президента.